Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня ваш налоговый консультант Евгений Сивков расскажет вам несколько занимательных новостей из мира неналогов, медицины, которые косвенно могут затронуть каждого автомобилиста. Министерство здравоохранения обновило список лекарств, которые лучше не принимать перед вождением. Среди них такие хиты аптечных полок, как Супрастин, Терафлю и даже народное средство «Звездочка». Список этих средств можно было бы использовать для регистрации на марафоне, кто больше всего запомнит. Но давайте серьезно, после их приема за руль лучше не садиться. А вот и казус. Первоначально сообщалось, что наличие этих препаратов в крови может обойтись вам лишением прав и штрафом 30 тысяч рублей. Однако вскоре после публикации Минздрав сделал уточнение, что этот список имеет лишь рекомендательный характер. Подозреваю, что после таких новостей у кого-то уж точно поднялось давление. И это не из-за солпедеина. Итак, уважаемые автолюбители, будьте внимательны к себе, к своему здоровью, а также не забудьте ознакомиться с полным списком этих магических ампул и таблеток. Ссылка на нормативные документы, как всегда, вы найдете под этим видео. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка», где мы продолжаем делиться актуальной и полезной информацией. Будьте здоровы и законопослушны!